В День семьи, любви и верности глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко поздравили семью Бодровых из поселка Развилка. Михаил Егорович и Антонина Степановна состоят в браке уже 70 лет. От президента Российской Федерации медаль за любовь и верность. А, спасибо. Прям спасибо. Специально для вас. Спасибо. 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 И грамота такая. Ага, спасибо. Спасибо. Вам на память. Ага, спасибо. Познакомились будущие муж и жена на танцах в городе Алексин Тульской области. Полгода молодой человек ухаживал за девушкой, после чего сделал предложение. С тех пор они вместе. Вот, пожалуйста. Трое детей, внуков, двое детей. Одна дочь умерла, а двое сын и дочь. Все, помогает мне нам, старикам. Переехав сначала в Видное, а позже в Развилку, семейная пара стала работать на Московском коксогазовом заводе. Михаил Егорович за свои заслуги имеет звание ветерана труда. Секрет столь долгой совместной жизни, по словам юбиляров, заключается во взаимной поддержке и внимании друг к другу. Чтобы он всегда мне был голодный, никогда. Никогда. Все. И вот что-нибудь приготовлю, такое вкусненькое все. Вот бери, ешь, сама выйду на работу. Все готовлю, все у меня будет. И всегда уважали друг друга. Уважали. Он меня уважал, я его уважала. С высоты прожитых лет супруги могут дать совет молодому поколению семейных пар. Самое главное в любой ситуации – уметь договариваться между собой. Разводиться не надо сразу, чтобы он, вот я уйду, это уйдет, я не надо. Надо как-то искать такой повод, что опять вместе взять. И опять, чтобы по-хорошему все было, а не то, что других трясти вот так. Он никогда мне пальцем не тронул, никогда. И я его никогда не обзову, ничего не скажу, ничего. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям и желает юбилярам семейной жизни крепкого здоровья. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.